В эфире «Утро Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро! И начинаем новый день марта с погоды. В Карачаево-Черкесии в горах местами небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем будут порывы до 14. Температура ночью минус 1, плюс 4, в горах до 7 градусов мороза, днем до 13 тепла и местами 0, плюс 5. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем будут порывы до 11-14. Температура ночью минус 1, плюс 1, днем 10-12 градусов тепла. Модернизация системы школьного образования в Карачаево-Черкесии. Итоги и пути совершенствования. Министр образования и науки республики Инна Кравченко провела совещание по вопросу реализации данной программы. В региональный проект вошли 42 общеобразовательные организации, в том числе 40 школ в сельской местности. До конца 2025 года планируется отремонтировать еще 18 школ. Подробнее об этом мы расскажем в наших информационных выпусках. Более 100 семей в Карачаево-Черкесии потратили средства материнского капитала на строительство или реконструкцию дома в 2023 году. Об этом сообщают в социальном фонде республики. Деньги выделялись на строительство нового жилья, расширение имеющейся жилплощади, либо для компенсации затрат на уже построенный или реконструированный дом. Также в ведомстве пояснили, что материнский капитал нельзя направить на строительство нежилого помещения, например, хозяйственное пристройки или гаража, поскольку это не является улучшением жилищных условий семьи. По всем возникающим вопросам можно обратиться к специалистам социального фонда по телефону горячей линии. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на ногайском языке, затем также программы ногайской редакции. А в 14:30 «Вести» Карачаево-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра.